Сегодня в Рио губернатора Виктор Толоконский встретился с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций нашего края. Они оказывают помощь семьям, где воспитываются дети с ограниченными физическими возможностями, помогают пожилым, а также тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. О результатах этой встречи расскажем в сюжете далее. Виктор Толоконский встретился с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций нашего края. На сегодняшний день в регионе их около 3000. За счет грантов и субсидий, выделяемых государством, такие объединения помогают людям с ограниченными физическими возможностями и пожилым. Порой и у них возникают какие-то проблемы, и тут без поддержки органов власти не обойтись. Где-то на самом деле помочь финансово, где-то помочь в тиражировании, где-то помочь, на самом деле, политическая воля, которая поможет, да, скажем так, которая поможет принять нужное решение. Одним из ярких примеров социально ориентированных организаций является общество «Свет надежды». Специально для аутичных детей и подростков они построили адаптационный центр на природе. Возводили его около 2 лет за счет субсидий, грантов и собственных средств. Сейчас его посещает более 100 детей из разных городов нашего края. Я обратилась к Толоконскому с просьбой по поводу проведения водопровода, потому что это нам не потянуть никакими грантами никуда, не это. И вот, но будем надеяться, поскольку я на пресс-конференцию так поняла, что он найдет возможность как-то найти бюджетные средства. Встреча Виктора Толоконского с представителями социально ориентированных организаций длилась более часа. В заключение в Рио губернатора подвел итог, подчеркнув, что без поддержки это направление не останется. Особых сложностей и проблем, поскольку это очень серьезно развивает общество. Сейчас перед представителями социально ориентированных организаций стоит задача составить список необходимых действий. В ближайшее время Виктор Толоконский обещал с ним ознакомиться и помочь людям, которые в этом нуждаются. Екатерина Самохвалова, Вячеслав Казаков, Афонтово. Новости.